Как известно, во вторник, с 14 февраля, в столице Верхневолжья стартовала традиционная неделя Тверской книги. Многодневный форум, в рамках которого проходят встречи, конференции, презентации новых изданий. Среди них и работа известного краеведа Владимира Пяткина «Бессмертный полк Затверечья». Ее презентация пройдет в четверг, 16 февраля в 17:00 в Славянском зале библиотеки имени Горького. Книга посвящена всем уроженцам Затверечья, призванным на фронт во время Великой Отечественной войны. Кроме того, Владимир Пяткин постарался проследить судьбы бойцов и командиров частей Красной Армии, формировавшихся у нас осенью-зимой 41-го года, а затем освобождавших нашу родину от немцев. Главная цель издания – ликвидация белых пятен в истории. До сих пор многие наши пропавшие, погибшие войны считаются без вести пропавшими. А на сегодня, вот на 2018 год Терентьев сказал, что 140 тысяч считается без вести пропавшим. Если сравнить с Германией, там 80 тысяч. По всей стране? Нет, это только наш регион. Здесь я вот тоже в течение нескольких лет попытался собрать информацию о войнах, кто участвовал в тех событиях, ушел, ну а кто-то и вернулся.